Дезинфекцией детских площадок, расположенных на территории жилого комплекса «Государев дом», занимается местная управляющая компания. Начиная с 6 утра и несколько раз в течение дня поверхности качелей, карусели, горок и других игровых элементов, с которыми непосредственно соприкасаются дети, коммунальщики тщательно обрабатывают специальными средствами. Обработка проводится, сначала опрыскивается это все, потом идет следом человек, он протирает это все тряпкой. В принципе, практически сразу можно пользоваться. Также сотрудники компании проводят ежедневную дезинфекцию мест общего пользования. В подъездах жилых домов обрабатываются холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, перила, ручки входных дверей. Соблюдаются все санитарные нормы. Клининговая компания, с которой мы работаем, обеспечивает, соответственно, с постановлением Роспотребнадзора обработку мест общего пользования сертификатами, которые они предоставили в нашу компанию. С графиком санитарной обработки жители могут ознакомиться на информационном стенде в подъезде своего дома. Такая масштабная дезинфекция в Ленинском городском округе проводится для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.